теперь снова снова повторишь. Если ты не будешь грустно, приходи туда, девочка, разноцветная витаминка. Такая ты грустинка, холодная калитка. Ты есть между нами борьба. Что делать, друзья, я должен вам сказать, что я пришел к выводу, что Сергей Жуков — это гений. Потому что вся популярная музыка, то есть попса конца 90-х, начала нулевых, вот именно так и звучала. Но тогда я это себе объяснял тем, что, наверное, в России было два компьютера со звуковой картой. Один у Сергея Жукова, а второй у профессора Лебединского. Потом еще дискотека «Авария» где-то нарыла звуковую карту, и все немного стало лучше. Но теперь, спустя 20 лет... вся та же самая музыка популярна. И это какой-то странный заговор. Непонятно, Сергей Жуков понапридумывал кучу песен, группу «Руки вверх» стали забывать. Но когда прошло 20 лет, его та аудитория стала снова платежеспособной. Он вернулся. Сергей Жуков может собрать два полных ледовых дворца два дня подряд. Но этого как будто никто не замечает, потому что я вот в процессе подготовки к этому видео зашел, значит, «Руки вверх, крошка моя», 34 миллиона просмотров, первый самый залайканный комментарий. Вы не задумывались, что старые хиты лучше наших современных? Они же ничем не отличаются, это те же самые приемы, те же самые песни. Может быть, они когда-то это скрывали, но теперь они уже полностью раскрыли карты. Клава Кока поет вместе с Сергеем Жуковым, то есть они понимают, что это плоть от плоти, кровь от крови. Мне кажется, Сергей Жуков, он раскрыл вместе со своей группой «Руки вверх» какой-то тайный секрет. Ну, не, гений, не иначе. Он понял, что нравится нашим людям. И это можно так долго и бесконечно копировать и воспроизводить, что это не теряет актуальности. Потому что тогда тоже было много одинаковых групп, типа там «Вирус», «Демо», «Руки вверх», какие-нибудь «Краски», вот это вот все. Я это все хорошо помню, друзья. Темные были времена 90-е. Потом провели интернет, и оказалось, что можно музыку покупать не только на кассетах на рынке. Но вы можете сказать, что вот эта попса голимая, да, простая. Ничего не уметь не надо, ничего делать. Но я пытался сделать трек такой же, в таком же стиле. По сути, там ничего сложного. Два притопа, три прихлопа, простенький текст, ничего такого. Прямая бочка, но чтобы оно звучало вот по современным стандартам, там такая работа проделывается титаническая. Я наткнулся на видео звукаря, который сводил вот треки Клавы Коки, там «Нелето». 10 плагинов на голосе, 20 плагинов на бэк-вокале, 100 плагинов еще где-то, 15 бочек, чтобы они все долбили, на каждой по 3 сатурации, вот это вот все. Автотюнчик слегка, тейсер, эрвокс, метрик хала, немножко C4 компрессирует, который динамический эквалайзер на 3 частотах. Чуть-чуть прочищаем вокал, дальше идет LA2A. Открываем немножко презенса на акустик аудио, открываем тоже вверх от 1,5 кГц, убираем лишние как бы пиковые всплески на определенных частотах и немножко вот ОТТ, идет компрессия сильная достаточно, типа Dolby Type. Дальше идет даблер тот же самый, идет по нему тоже плейт, рум. Так, это что касается вокалов. Я подумал, да, это непросто. Я даже какие-то характерные черты не могу отметить. Там, ну что должно быть? Прямая бочка, темп 150. Вот бывает две разновидности, правда, вот этих песен. Я их называю чистушечники, вот этих всех артистов. Без негатива, без неуважения. Всем респект, да? По крайней мере, за музыку. Людям нравится, все танцуют. Какие проблемы? Про другое мы не будем сегодня. Бывают две разновидности. Это вот такие веселые. А бывают грустные. Грустные и надо... Еще главная особенность, надо... каким-то мерзким голосом. Чем более противный голос, тем круче получается. Конечно, не мне говорить, но они специально делают такой плаксивный, надрывный, причем всегда. То есть это не какой-то художественный прием, это их основной вокал. Наверное, тоже хорошо работает. Мне кажется, это схоже с приемом продавцов в электричке, которые заходят и начинают говорить очень высоко, мерзко и противно, так что их невозможно не слушать. Я вот такую слышал байку, что если будут продавцы в электричках нормально говорить, то их никто не заметит на общем фоне, на общем шуме. Ну, вообще инстинкты человека, они подсказывают, что если что-то
высокое и скрипучее, то это надо обратить на это внимание, это не к добру. А что еще про это рассказывать, я не знаю, может только поностальгировать, но я на дискотеке не ходил, музыку эту слушал только потому, что ее кто-то другой слушал. В принципе, как и сейчас, и от нее никуда не скрыться. На что угодно включи, куда угодно зайди, там будет вот это вот та-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 та. Вечная пляска. Но феномен Сергея Жукова и группы «Руки вверх» меня восхищает. Как можно придумать что-то такое простое, которое можно так долго продавать? Сначала думал, что надо повозмущаться, там, что это все... Но потом... А какая разница? Люди слушают. Я, правда, я не могу. Я больше не могу. Давайте лучше посмотрим, что я сделал в своем проекте. Конечно, я добавил туда частичку себя, поэтому популярно это не будет, но смотрим. Уже скоро погода не будет радовать теплом, так что я заказал на все майки вот такую ветровку. Она приятно сидит, качественно сшита, но самое крутое в ней – это яркий принт с логотипом Нирваны. Сама ветровка просто класс, ведь в ней есть резинки с фиксаторами на капюшоне и подоле, а значит, она точно нигде не будет продувать. А помимо карманов по бокам, внутри есть потайной кармашек, куда можно положить что-нибудь очень ценное. Как всегда, ставлю одежде из все майки 10 баллов из 10. Ребята очень рады. На их сайте можно найти еще очень много всего: одежду и аксессуары с принтами на любой вкус. Переходи по ссылке в описании и заказывай вот с этим промокодом. А если хочешь скидку больше, то пиши в инстаграме все майки в директ кодовое слово «Ваганыч» и не мерзни. Давайте взглянем на проект в Рипере, который я сделал. Как я уже говорил, по сути ничего сложного нет, но я пытался тут что-то по форме замутить, но... Опыта у меня нет, а главное желание этим заниматься. Ну, во-первых, я решил добавить гитару. Так кто-то делает из этих представителей жанра. Вам может показаться, что я как-то пренебрежительно ко всему это отношусь, но нет, на самом деле, по сути, не бывает музыки, которая там хуже другой. Кроме группы Чайф, естественно. Это уже никуда не годится. У всего есть свои эти границы добра и зла. Записал, короче, я акустическую гитару. Простенькие 4 аккорда там играются боем, чуть-чуть слышно. Пусть будет заполнять фон, так сказать, и хоть какую-то жизнь этой песне придавать. Далее, что самое главное? Самое главное – прямая бочка. Вот у нас есть такая бочка, 808. Это типа сабкик. Он нужен, чтобы вот пробивало, чтобы если в тачке включить, чтобы все пердело, чтобы наружу все слышали, что у нас едет величайший ценитель музыкального искусства. Человеческие барабаны. Там, я послушал, бывает раз, бывает совсем электронным, бывает прям живая ударная установка, бывает ее комбинируют, так что это не суть, главное, чтобы у нас была прямая бочка. И тут у нас какой-то биток поинтереснее уже. Основная суть, это чтобы у нас был бит тунц-тш-тунц-тш-тунц-тш. То есть бочка, хет, рабочий хет, бочка, хет, рабочий хет. Вот так вот будет плясовая, всенародная русская. Но тут я еще добавил вариацию, чтобы было повеселее. И вместе с саб-басом это уже помощнее звучит. Теперь у нас есть бас, дорожка баса. Во-первых, вот такой у меня какой-то бас сделан. Ну, недостаточно жирный, поэтому я добавил еще. Тоже САП, САП, САП! Была такая марка машин. Вместе, бас вместе с бочкой. Но это основная фишка. Остальное там можно мутить, что хочешь. Вот я добавил там какие-то синты простенькие, вот пэт. Две ноты играется. Какие-то вот такие штучки. Ну и чтобы помянуть времена, когда все делалось это на аналоговых синтах, секвенцию еще добавил, прямо как 20 лет назад. Прям скутер сейчас запоет. Ну вот такое еще можно сделать. И в целом вот так звучит у нас. Это у нас интро, по совместительству припев в интро, а дальше у нас
куплетище. Вот тут, мне кажется, мне удалось поймать настроение. Послушайте просто вот это, без всяких объяснений. По-моему, зачетно вышло. В остальном тут, ну, аккорд один поменялся, чтобы погрустнее было. А в остальном все то же самое. Потом у нас идет второй припев, а потом я сделал пасхалочку. Пасхалочку для женщин за 30. Это пасхалка на Рому Желудя. Рому Желудь опередил время, поэтому как бы... Ну, бывает. Гении рождаются и умирают непонятыми. Пока что Рому Желудь не умер, но я не думаю, что кто-то его поймет. Но слушаем. Ну, это такой мой скромный оммаж. Дань памяти. Лайк, лайк, ла-ла-лайк, лайк. За что мы хейтили Рому Желудя? Объясните мне кто-нибудь. Я вообще не понимаю. Он опередил время. Ну ладно, он обманывал там их, грязно хайпился, но сейчас это делают все, и всем нормально. Никому не отменяют из-за этого концерт и не рушат карьеры. Пародировал Джастина Бибера, никому не нравился, снимал подставные скандалы. Так все то же самое, что делают современные звезды, блин. Но их мы не кэнцелим. А Рому Желудю закэнцели до того, как еще было изобретено закэнцеливание, блин. Несправедлива жизнь. Дальше у нас яма. Яма в треке идет. Тупо под гитарку, и потом еще бочка добавляется где-то... А, барабаны потом добавляются. Нагнетание, нагнетание. Саспенс сейчас будет. Тихо, тихо, сейчас саспенс будет. В общем, понятно. И дальше у нас окончательный припев, бесповоротный, и вот. Ну и ко всему этому я навалил тут вокала. Смазал его щедро автотюном, и это кошмар какой-то получился. Но текст, я старался над текстом. Я делаю упор на текст, потому что это моя все-таки сильная сторона. Вот я не знаю, что еще рассказывать-то про это все. Вот так приходится жить, надо с этим, можно беситься, можно быть против, можно мириться, но это ничего не изменит, друзья. Все так будет всегда, практика доказала, еще через 20 лет мы... будет новая итерация, новый виток спирали Сергея Жукова. Когда Сергей Жуков уже умрет, никто его не будет помнить, идея будет его жить вечно, идея, разжижающая нам мозги. На всех-всех вечеринках, на любом закоулке любого края нашей необъятной родины и за ее пределами. Я думаю, в СНГ это все точно так же популярно. Адскую дискотеку не остановить, слушаем трек. Истерика, нервный смех, она снова покинул бог. Казалось, что руки вверх, оказалось, что хэнда хох. С каждой витрины, с каждой рекламы, с каждой машины, на каждой программе, с каждой колонки, у каждого школьника, на каждой тусовке, у каждого модника, на каждом пляже, и с каждой лужи, на распродажах того, что не нужно. Их голоса и текста так похожи. Одно и то же, одно и то же.
шок, 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 шок,